Здравствуй! Ты что тут делаешь, дед? Войнушку играю. Хочешь поиграть вместе? Нет! Ух ты, дед! Уворачивайся! Всем бобра, дорогие друзья! С вами Винди и Юджин. Всем хай! С вами Юджин, и сегодня со мной мой новый друг, которого вы все ждали, Винди! Здравствуйте, да? Мы таки с Юджином решили встретиться вот здесь, возле прекрасной хрущевки, и разобраться таки, кто из нас самый лысый из лысых, самый лучший из лучших. И на самом деле мы здесь не просто так, это наш дом, это старый наш райончик, где мы с Андрюхой выросли. Вот здесь, помнишь, как мы сидели, щелкали семки? Да, я помню. А помнишь, вот здесь бабка нас с тобой гоняла, когда мы вот здесь с тобой тусили? Да, конечно, помню. Мы с детства паркурили вместе с ним. И освоили это мастерство на 100%. Теперь мы точно сможем убежать от этих тварей, от этих гопников, которые прессуют нас здесь. Да начнется битва за трубы! Я король труб! Ты король труб! Он уже за мной! Ты его недооцениваешь, он может найти способ... Вот! Он запрыгнул! Тебя убили! Паркур мне в помощь! Держись ради меня! Держись, Евгений! Я держусь! Главное, распрыжечку делать, и все будет хорошо. Как там? А чё за мной-то бежит он? Блин, Юджин, надо было тебе лучше меня обучать. Он застрял. Лох. Нам нужно что-то покруче. Надо увеличивать количество. Я... Я привлекаю! Идите сюда! Блин, за тобой отрядом! Они все за мной, все прыгают! Юджин, они что, прыгать умеют? Они умеют прыгать, я тебе говорю, от них не убежать, они учатся, понимаешь? Они обучаются. Меня твои парни добили, они просто выскочили из-за угла сейчас. Но это не мои парни, мы уже расстались давно, так что не надо. Направо беги! Вон он я! Вижу тебя! Бегу! Я тебя болею, давай! Пожалуйста, запрыгни! Давай, сейчас, я пытаюсь... Сзади, я сзади! Я понимаю всех пока что! Они телепортируются, ты меня об этом не предупреждал! Ой, слышишь меня? Слышу тебя, бегу к тебе. Если я правильно надел наушники. Это не ты, это он бежит. Тихо. Какие они умные, ё-моё. Вижу. Так, я пока, чувак, я возле продукта. Чувак, я увидел призрака только что. Я увидел... но страшнее только Бунга. Лучше призраков видеть здесь. Я реально увидел призрака. Вот прям без шуток. В смысле? Откуда? В переулке. Человека, он шел и исчез. Это, я сейчас подумал, что это ты. Серьезно? Ты не шутишь? Я прям серьезно тебе говорю, ты потом посмотришь доказательства. Я застял призрака на камеру. Они существуют. Это был призрак? Опа, слушай, в падик, можно в падик зайти. Иди сюда. Можно спрятаться. А они двери проходят нормально? Да, да, проходят очень хорошо, если что. Это их ненадолго задерживает. Я нашел падик, запрыгиваю. Ой, я в магазине. Быстрее дверь. Что происходит? Мне кажется, нам слишком легко. Как да, считаешь? Мы даже встретиться друг с другом не можем. Ты слышишь меня? Тайна раскрыта, Евгений. Да. Я не так наушники делал, я вижу тебя! Ты жив? Я рядом! Я пытаюсь! Да, слушай, я вообще в канализацию сейчас иду. Я в канализации! А мне кажется, они к тебе, кстати, пошли. Я в канализации они прям потому, вообще, что... в самой классической канализации. А, окей. Черт, гады окружают меня! А! Паркур! Паркур мне помощь! Они тоже паркурят. Я возле продуктов, наш обычный день проходит так. Меня парадукты! От слова паранормальность. Парадукты, вот парадукты. Почему там все летало, когда ты заходил. Да. Прыжок! Стоп, я смог. Стоп. Ты куда смог? На крышу? А, ты смог умереть, ладно. О, парадукты. Он идет за мной! Он идет за мной! Он зайдет сейчас ко мне в парадукты! Откройте дверь, вы выпустите! Не слышу звуки, не слышу звуки, я иду наверх, на третий этаж. Ой, какой, четвертый? Пятый. Я слышу... Слышу какие-то звуки, удары. Так, я на балкон. Слышал, я рядом с тобой. Я на балкон вышел. Ой, блин, тут повсюду. Тут повсюду призраки. На крышу! Я тоже иду на крышу. Прямо вот секунда. Залезай. Мимо... Да, между двух стен попрыгай просто, где пространство хорошее. Я стреляю, вот здесь рядом. Да, сейчас. Мы сможем, да почему мы мне не получается выжить? Нормально прыгать, когда надо? Только когда надо, мне не получается ничего. А что ты ко мне не пошел? Потому что я не хотел подвергать тебя опасности. Спасибо, ты очень любезен. А теперь я хочу подвергать тебя опасности. Спаси меня! Грубиян, это дурной тон подвергать меня опасности. Есть! Двери открываются, какие-то... Они не знают, что я здесь. Беги оттуда. Я иду наверх. Я вижу. Я иду наверх. Они все собрались, они друг у друга на головах стоят. Они заходят по одному. Да ты кройся, ты ж грёбаная эта дверь. Да как мне выйти? Я хочу выйти на балкон.
хочу из балкона выйти на крышу. О, пожалуйста, нет! Я на крыше, я с крыши, я как Бэтмен стою. Вот, Андриана. Держись за мою руку, брат! Ладно, у меня есть выбора, иначе они ко мне придут. Я прыгаю! Я допрыгнул! Слушай, они не забираются. Они вообще не справляются. Мы их победили, чувак, мы их победили, кажется. Ой. Мы с Евгением приехали в новый город. Я пока что спрячусь. Черт, нет! Как будто толпа зомби за мной гонится, боже мой! Так, я выживаю! Блин! Ты не выжил. Я не выжил. Но я буду в конце помнить тебя. Взмыл воздух. Как? Кто взмывает воздух величаво? Как я. Короче, я возле мотеля, возле заправки, а теперь я возле аптеки. Я возле туннеля. А теперь я сдох. Окей. Вот я вижу тебя! Евгений! Я кидаю в них гранату! Хорошо! Как минимум это их нервирует, надеюсь, хотя бы. Вот. Как минимум это их щекочет. Куда ты? Ты где? Я упрыгнул! Я бегу вижу. Вместе с ними! Ты за мной? Ты вместе с ними за мной? Да, я пришел объединиться! О нет, они предали меня! Они за тобой! Они за тобой! Быстрей! У нас шлак в отеле! Дай в лифт! В лифт! В лифт! Куда ты? В лифт здесь! Ты не в лифт! Ты в лифте! Ты в лифте! Я в полицейском департаменте, и они бегут за мной. А как улица называется? Я тебя найду. Мэрпл. Мэрпл? Поеду к такси посмотреть. Через 300 метров поверните налево. Хорошо. Еду. Наверное, можно уже не ехать. Самая долгая доставка. Черт, теперь меня штрафуют. И пицца остынет. Да я лучше подорву себя. Пока на Юджина нападают, я прячусь. Хорошо тебе, наверное. Сидеть как крыса где-то в коробке какой-нибудь из-под холодильника. Подворотня. Так, возле мусорки. Я тебя вижу. Давай. Давай. Залетай. Опа, залетел. Да, вот ты. Есть. Отлично. Здесь мы в безопасности, отлично. Ненадолго. Они уже пытаются нас обогнуть. Где? Давай гол сюда. Нет? Я да. Я вышел. Да, отлично, отлично. Вот он. Пойдем дальше. Дальше? Окей. Тут можно, кстати, перелезть просто эту штуку. Хорошо, я перелез. О, слева! Отлично. Слева! Слева! Бежим! Да! Перепрыгивай через заборы! Это их замедлит! Я не могу перепрыгнуть через забор! Ладно, я убежал, бежай. Ой! Бежим! Я врезался в стену. Ты уже мертв. О! В офисное здание! В офис-то! Черт! Вот! Идут назад! Направо! Посмотри, видишь лестница! Вот лестница! Вижу! Гоу! Давай! Ты сможешь! Запрыгивай! Я не могу! Используй паркур, не нервничай! Я в другую сторону паркур! Пока их еще нет, у тебя есть шанс! Давай, пожалуйста, сделай это! Давай! Я пытаюсь! Отдаюсь лучше! На 110% выложись! Ты погибнешь, ты понимаешь? Не могу! Черт! Да я из-за тебя погиб, я засмотрелся! У них есть очень интересный баг, что когда я стою на месте, они просто на меня смотрят. А сейчас они ушли в другую сторону, да. Я встал! Ты обманул меня! О, я забрался на фонарь! Я здесь. Я забрался. А им до фонаря, куда я там забрался, блин. Найн! Черт! Есть! Грамотно спасся! Я вижу тебя! Я вижу тебя и слышу тебя, а не за тобой. Хорошо, продолжай смотреть на меня. Когда ты смотришь, мне как-то комфортней. Как ты так долго выживаешь, блин? Я не знаю! Вот он ты! Бежим сюда! Закрой! Забегаем! Есть! Гоу! Гоу! Закройте за тобой дверь! Я открываю следующую. О, ноу. Они смотрят на тебя. Ты погиб? Да. Скорее. Я очень хочу жить. Давай быстрее открывай. Чёртову дверь закрывай. Закрывай дверь. Бежим. Просто главное... Налево. Мы разошлись. Хорошо, я сейчас приду. Хорошо. Тихо. Я выживу. Выживай, Евгений, я ради тебя! Я тебя обманул. Побежали. Так, я открываю ворота. Давай. Слева очень их много. Забегай сюда. Беги. Они смогли. Беги. Забегай. Ладно, закрывай дверь. Они забегают. А тут некуда идти дальше. Ты погиб. Это была проблема. Пожалуйста, паркур спаси. Есть! Как я грамотно улизнул от них, от всех! Боже мой, да я просто великолепен. Я улизнул как подлый трус, как крыса. Пожалуйста, оп. Да блин, ни к чему этот трюк дебильный какой-то выполнил. Просто ни зачем прыгнул, замерил только себя.
Пожалуйста. Пожалуйста. Сейчас. Оп. Ага. Я, блин, еще выживаю каким-то хреновым образом. Вот ты где. Слушай, ты вообще очень живучий. Вот ты где. Прыгаем. Вот он. Черт. Есть! Как ты? Есть! Я не знаю, с меня столб сбашил! Просто мгновенно залез на этот на фонарь! Нет, стоп, 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 стоп! Тихо, тихо! Ты где? Так, я стреляю. Ага. Я мру. Направо бежим, направо. О, хорошо, вовремя сказал. Сейчас идем налево. Давай, давай контролируем. Сейчас перепрыгиваем вот это. Вот. Просто бежим. Вот сюда запрыгиваем. И сюда запрыгиваем. Хорошо. Оп. Я вижу тебя. Я залез. Что происходит? Ты слез. Зачем ты слез? Видишь меня? Зачем ты слез? Я случайно. Вижу. Вот, смотри. Они за тобой. Я они здесь за тобой. Стою. Вот, налево. Налево повернись. Видишь меня? Налево. Да сзади, сзади я. Да ты просто пробежал мимо меня. Ага. Вот он я. Я видел, я видел, я видел, я видел. Они не бегут за мной. Я да почему? Я не знаю. Потому что я классный. Слушай, парень. У них какие-то личные счеты со мной. Блин, жизнь, я очень долго выживаю, кстати, против них. Да, ты молодец, я чувствую себя комментатором. Итак, Винди бежит от стаи обломков разъяренных, они все хотят его душу. Уа! Они пришли по его душе, хотят его душу. Я и к вот тебе? Он, да, он бежал с Дани, сейчас перепрыгнет через бордюр, ставит после Евгения. Посмотри. Не остановились себя. Они, смотри. Вот, смотри, да, да. Они не нападают. Они дрессированы. Они дрессированы, я их научил. Оп! 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 Назад! Твой их приручили, интеллект. Наконец-то. Но внезапно появился Соник. Но он тоже не знает. Он тоже не знает, что сделал. Он видел сразу, испугался и убежал. Он побежал за тобой. Итак, дамы и господа, в данный момент мы наблюдаем, как Евгений только что стал голым. Так где ты, ё-моё? Я не знаю. Я пытаюсь отпаркурить себя в какое-нибудь безопасное место, но что-то... О, я вижу... Я куда-то меня пролетает. Ломаю себе ноги просто и все, повсюду. О, нет, не идите ко мне, пожалуйста. Так, я вынужден совершить прыжок веры до железной дороги. Да. Пожалуйста. Ага. Он меня подловил на прыжке. Железная дорога, прыгаем. Железная дорога. Прыжок. Я здесь. Ты здесь? Я запрыгнул. Отлично. Есть. Так, а где что они? Дальше? Я не вот знаю. Вот они под нами, мы можем видеть, где они. О, блин. Они пытаются запрыгнуть к нам. Слушай, они могут телепортнуться, я думаю, не стоит... Оставаться на одном месте? Да, давай. Я не знаю, могут ли они или нет. Ну да. Где я? Прыжок! Пожалуйста. Запрыгнул! Живи! Запрыгнул! Чёрт! Это круто было сейчас! Где ты там такой крутой? Увидишь потом на видео. Да блин, это было очень круто, но я потерялся просто. Беги, беги, беги! Забегаем! Забегаем! Закрывай! Беги вверх! Беги вверх! Беги вверх! Все, 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 все. Да, 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 да. Все в порядке, пока их нет. Они, да. Они на лестнице клетки! Я открыл дверь. Давай, я закрываю. Держу дверь. Закрываю. Хорошо, разбегайся! Хорошо! Давай! Нет! Нет! Не смог допрыгнуть! Я сейчас приду к тебе! Соник рядом. Закройте дверь. Я пока закройся, дверь! Спасибо! Открылась! Я вижу, они за тобой. Главное, лезь не по лифту, окей? Я слышу Соника, он за мной бежит. Есть! Вот он-то, я вижу тебя! Нет! Чих! Что ладно, что ж такое? Я занервничал. Я к тебе. Все. Я пока живу. Я оп. Тебя брошу. Спасибо. Спасибо. Но я все еще живу. Я привлек их к себе. Оп. Черт. Они все равно за тобой. Они все меня окружили. Они все меня окружают, да, снова. Видел, да. Два раза. Я слушаю тебя. О, щит. Оп. Как я их оббежал. Я прям сквозь них пробежал. Вот он я. Я сейчас дверь закрою. Дверь закрываю. Забегай. А, в какую дверь понял. Ты хочешь? Куда? А! Я успел, все, я успел забежать. Так, теперь что дальше? Валим отсюда. Ну да. Ну да. Бежим за мной. О нет, не туда. В другую сторону. Назад, назад, назад. Вот сюда, вот сюда, да. Бежим за мной. Через заборы, через заборы. Не в мотель. В аптеку? В аптеку? В аптеку, в аптеку, в аптеку. Я тебя догоню. Нет, с другой стороны, скорее всего. В другом месте, походу, каком-то. Ой-ой-ой. Я видел твой труп. Твой холодненький трупик упал, так мило. И мой теперь тоже. Беги, вот беги, он. Беги! Сзади тебя! Вот сюда бежим! Воу! Бежим, бежим, сзади. Бежим! Рядом? Тебя по другой стороне! Ой, ты погиб! Я на тебя засмотрелся! Я понимаю, это очень роскошное зрелище! Оп! Оп! Да чтоб тебя, как же нервничать начинаю, когда их так много! Ого! Так, я точно знаю, где ты! Слушай, я точно знаю. Смотри, куда я запрыгнул. Здесь. Ой, так, я открываю, ты закрываешь. Я открываю, ты закрываешь. Закрываю, 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 закрываю. Оп! Ой-ой-ой, я случайно улетел. Прилети обратно! Прилети обратно! Они есть! С тобой! Ой, я убегай я... оттуда! Ты на крыше? Нет! Ну хотелось бы очень так быть, да, я на крыше теперь. Я все, я теперь на крыше.
Я еще выше забираюсь. Я спасся. Теперь надо куда-нибудь еще спасти. На крыше. Я тебя вижу. Я пускаю сигнальную ракету. Отлично. Твоя ракета не успела меня спасти. Оп. Ой. Оп. Оп. Ой, есть. Ой. Хорошо. Это было хорошо. Это было отлично. Ой, мы вместе с Соником прыгаем на пару. Закрой. Черт. 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 У меня пока вообще прекрасно получается. Я на крыше, если что. Я упал. Блин, ну что ж такое? О, хорошо. Что-то можно сделать. Как-то можно выжить. Можно выжить. Залезай, залезай, всегда залезай. Можно. Просто повыше забирайся. Сейчас. Сейчас я это сделаю. Сейчас я это сделаю. Справляйся! Превозмогай! Превозмогать! Есть! Я превозмог! Есть! Ты видел, как я превозмог? Нет, я залез на крышу. Вижу! Я иду к тебе! Не уверен, что это хорошая идея. Ой-ой-ой, бунки везде. Так, все, я отсюда сваливаю. Ну зачем ты умер? Я слышу твою борьбу. Закрой, пожалуйста. Закрой ворота. Так меня еще никто не просил замолчать. О, как я вовремя закрыл врата. Тут можно бежать по стене! Как? Я не знаю, я в жопу посидела только что. Я в храме тебя жду, если что, сын мой. Заходи. Хорошо, обязательно! О нет, а Бунга смотрит на меня из угла. О. Наказали тебя за твои грехи. Попадешь ты в ад, кажется. Я воскрес. Если наша жизнь это ад, то наверное. О, нет, так, пришел Абунга ко мне. А где церковь? А меня убили там, так что лучше туда не идти. Я за Соником. Стреляй ему в глаза. Слепопуха. Да не мешай мне. Побежали, побежали, побежали. Черт, ты меня остановил. Дверь, сын. Да. Дверь, сбегай. Да, закрыл. Мы отсюда не выбежим. И что дальше? Стоп. Разбегаемся. Об стену на полку. Дальше что? Абунга. И спрятаться. Хорошо. Черт. Трехочковый, давай. Эт. Нет. Нет, я побежал, залезай ко мне. Да, иди наверх на самый верх. Ты знаешь, куда идти. Самый верх, самый верху, помни об этом. Ты не даешь мне дверь открыть, призраки! Ты все еще там, в том здании? Там, в этом здании. Гражданин Андрей уже не с нами. Они за мной? Они, конечно же, за мной. Естественно. За тобой. Закрывай дверь, беги! Я сдерживаю их. Отлично, я себя перепрыгнул. Они все влезли за тобой. Я зашел в дом, какой-то склад. Нахрен я сюда зашел. А там есть подъем? Нет. Тут есть только выход опять же к ним, и теперь я бегу в туннеле. Я пока от них хорошо, успешно убегаю. Полицейский участок. За тобой бежит только один. Где здесь мне выжить? Дайте мне выжить. Я в кабинет какой-то зашел. Я не принимаю сейчас никого. Уйдите. Принял все же. Да, принял. Давай сюда. Сюда. Побежали в туннель. Направо, побежать. Налево. Налево, да? Хорошо. Нет, а налево, здесь? Не беги. Не беги. Бегу. Нет. Я бегу. Все окей. Сдерживаем. Господи. Господи, как вы видите, друзья, ни одного Абунги нету здесь. А нет, их целая куча, они сзади тебя. Я хотел нагнать, что мы победили. Но мы победили тем, что мы не сдались. Несмотря на всю тщетность нашего положения, мы все равно продолжали бороться. А значит, это уже победа. Это половина победы. Это четверть. Это немножко, капля победы. Короче, хоть немножко победы есть. Но по капле каждый из нас дает победы, и поэтому мы победили. Наши капли вместе соединились. Ну что, ребят, пока что на этом все. Спасибо большое, подписывайтесь на Юджина. Спасибо всем, друзья, что смотрели. Подписывайтесь обязательно на канал Винди, он здесь, или ссылка будет в описании. И что ж, лайкайте, если вам понравилась наша беготня, и вы хотите увидеть больше. Обязательно дайте об этом знать в комментариях, и мы поиграем. Может быть, тоже. Другие игры, да, которые можно сыграть вместе. В общем, пишите в комментариях ваши предложения. С вами были мы. Всем пять!